Данный выпуск создан благодаря магазину happycon.ru, конструкторы 3D-пазлы и головоломки, доставка по всей России, а также в Белоруссию и Украину. Спасибо магазину за предоставленные наборы. Всем привет, народ! Камера довольно далеко, и вы знаете, что это значит. Это значит, что сегодня у нас будет что-то большое. И сегодня у нас деревянные конструкторы. Что, деревянные конструкторы, как такое может быть? Но действительно может. Мне пришла посылка от компании Lema. Lema Toys. Вот с таким вот логотипчиком. Пришел вот такой вот робот. Маленький прикольный робот Flash. Также пришел конструктор-погрузчик. Вот такая вот моделька. И самое огромное, что я надеюсь хотя бы в кадр влезет, это танк Т-34-85 по World of Tanks с лицензией, судя по всему, сделано. И это потрясающе. Посмотрите, как он выглядит. Мне очень нравится, как он смотрится. И то, что он деревянный, это вообще офигенно. Здесь 633 детали. Здесь погрузчики 123 детали. Ну а здесь всего 52. Вот такие разнообразные игрушки есть. И фишка их в том, что они подвижные. Да, будет двигаться здесь, вращаться колеса, открываться дверцы, кабины, подниматься и опускаться грузовая платформа. А у танка колеса, гусеницы, башня и ствол пушки, все это будет двигаться. Это просто офигенно. Если действительно эта гусеница будет двигаться во время движения, это будет невероятно. Для деревянного конструктора это вообще что-то невероятное. Ну и плюс в том, что это экологически чистый продукт, дерево, обычное дерево. И коробочки, в принципе, тоже вполне обычные, просто картонные. Сзади ничего нет, но вот у танка есть. Здесь целая историческая справка о том, откуда танк появился, в какие годы эксплуатировался. Вся техническая справка тут тоже. Основные характеристики. Это очень клево, по-моему, это потрясающе. К тому же образовательная такая информация есть в наборе. Но, конечно же, мы потихоньку будем все это обозревать. Мне довольно интересно. И интересно также то, что это не какой-нибудь там пазл какой-нибудь или что-то в этом духе. Это именно конструктор подвижный. Что ж, интересно, и давайте начнем с самого маленького набора. И вот такой вот у нас комплект. Посмотрим на это дело, что же тут в инструкции. Инструкция довольно простая на самом деле. Все подробно описано в несколько шагов. Что куда вставлять, что склеивать, что не надо склеивать. Да, в комплекте идет клей и шкурка. Обычная шкурка, мелкозернистая, чтобы отшлифовывать детали, как вам нравится. Ну и так клей лучше пристанет, если отшлифовать все хорошенько. Обычные деревяшки, аккуратно сделанные. Обычная, в принципе, фанерка. С разметкой, с рисуночками. Даже смотрите, это, судя по всему, голова или торс. И тут рисунок есть. Это вырезано. Очень мелко вырезано. Неплохо, идея неплохая. Даже смотрите, сколько разных всяких элементов. Даже вот такие. На станке это сделать, в принципе, несложно. А вручную было бы, конечно, затруднительно. Что ж, давайте соберем, посмотрим, что нам предложат в этом небольшом конструкторе робота Флэша. И получается у нас в итоге вот такой вот занимательный робот Флэш. Посмотрите, у него башка словно телевизор, пузо с кнопкой, наверное, ручищи аж до пола и ножищи огромные такие классные. Тело, как мы видим, не просто плоское, он вообще, в принципе, не плоский, он... Ну, руки, да, немного плоские, но это как бы в стиле в таком остается. Антенна, кнопка, тут глаза такие в кучу. Все прикольно, при этом у него еще есть всякие отверстия тут, и шея очень интересно сделана. Вообще, робот получился занятный, я даже не ожидал, что он такой прикольный выйдет. Мне очень понравился результат, хотя я не ожидал от него ничего хорошего. Думал, ну, деревянный конструктор, что там может быть особенного? А нет, получился забавный робот. Такие ручищи у него, ручищи крутятся в деревянном конструкторе, который клеится, движущиеся части есть, офигеть, реально не ожидал, роботов таких я очень люблю, похожи на роботов, знаете, из машинариума, из каких-нибудь еще подобных игр,
Очень они забавные, они такие необычные, несерьезные. Но от этого еще больше мне нравится. Я люблю, когда так с роботами делают такой необычный дизайн. Эта моделька простая, одна из самых маленьких. И поэтому здесь функционал тоже простой, всего руки двигаются, но зато ему можно всякие выражения придавать, там, что ты делаешь, что ты делаешь, или да, вот сюда подвиньте, или здорово, дай пятюню. Вот ради интереса сравните изображение на коробке и вот его готового. Это совершенно разные вещи, и очень круто смотрится вот эта штука уже готовая. Нам также предлагают его покрасить, что будет несложно. В принципе, его можно даже не шкурить, просто акриловыми красками тут советуют красить. Можно покрасить, и уже будет такой веселенький он, расцветастый. Но мне нравится, когда дерево, видно, что это дерево, и поэтому я его таким оставлю. Он прикольный, он забавный и просто классная штука. Это один из небольших наборов, стоит он всего 299 рублей. И я, в принципе, доволен, потому что это занимательная вещь. Собирается он где-то не больше часа. Приходится ждать, да, когда детали некоторые подсохнут от клея. Но в этот момент вы можете что-то другое собрать. Допустим, собрали голову, собирайте руки. Собрали руки, собирайте ноги. И там уже, пока вы все это делаете, все уже можно будет вместе скреплять. Простая модель. Подойдет даже ребенку, я бы сказал, лет... от 6, наверное, если хотите его научить вот чему-то такому тонкому, потому что детальки приходится, вот, допустим, голову соединять долго. Ну, не долго, а чтобы она ровненько была, нужно со всех сторон прижать хорошенько, ее саму прижать. То есть мелкая моторика задействуется, это очень хорошо, и я бы в детстве был такому очень рад. Потому что мне в детстве приходилось самому подобное вырезать, но, конечно, до такого уровня я так и не дошел в те годы. Гораздо позже дошел до такого уровня. Да, для сборки таких конструкторов, конечно, потребуется терпение. Нужно все будет правильно склеить, посмотреть, ждать, пока клей высохнет, что-то где-то обработать. Но я ничего плохого в этом не вижу. К тому же, так человек научится обращаться с деревом. Лично я любил всякие эти деревянные заготовки делать и много чего вырезал в детстве. И вообще с деревом достаточно много работал, но, конечно, на любительском уровне. И робот, как вы видели, довольно неплохой. Давайте посмотрим на модель побольше, которая уже должна быть интереснее, на вот этот погрузчик. Смотрится он на картинке очень интересно, мне очень нравится, как это все сделано, ярко, красиво. Ну и, конечно же, проверим, насколько вообще интересно будет двигаться этот погрузчик, двери все тут открываться будут. Это очень мне интересно. Давайте что ли взглянем. Здесь все запечатано таким скотчем красным специально, чтобы было видно все, где открывать. И тут у нас, собственно, тот же самый набор. Инструкция подробная, опять же, описана. Также клей идет в комплекте. Его наверняка хватит на все. Так, тут мелкие детали, судя по всему. Отдельно балки какие-то. И смотрите, коробка реально забита деталями. Это клево, просто клево. Зубцы тут все хорошо видны. И, судя по всему, это ходовые части будут. А это, видимо, основа. Да. И целых три шкурки, судя по всему. Да. Но у них зернистость у всех одинаковая. Так что, думаю, и одной бы хватило. Но, мало ли, вдруг не хватит. Все-таки набор большой. Да, надо будет его теперь собрать. И посмотреть в деле на этот погрузчик. Посмотрите на эту модель. На готовую модель. Нет, вот так вот. Смотрите, какая коробка и какая модель. Можно сверху поставить и даже вот так вот. Все равно гораздо больше получается, чем сама коробка. Это невероятно круто, на мой взгляд. Потому что модель получилась большой. И это клево, когда из какой-то маленькой коробочки получается что-то здоровое. Конечно, тут нет всяких стекол, но они не нужны здесь на самом деле, и так все понятно. И без этого все очень клево и красиво. Со всех сторон можно найти какие-то интересные и необычные детали, даже мелкую вот трубу здесь, фары, допустим, вот здесь какие-то тоже опосновательные огни. Все тут есть, даже рисуночек вот тут вот есть, лемо-конструктор. Но давайте же к функционалу сначала. Итак, вращаются колеса, написано. Колеса идеально вращаются. Ну, вот эти не очень идеальные, их слишком близко.
сделал, потому что я не хотел, чтобы они просто болтались. Ну, наверное, стоило сделать, потому что они даже не шумят почти. Это очень клево, но все равно катаются. Все равно катаются хорошо. Дальше. Открывается дверца кабины. Дверца кабины открывается... Вот здесь она открывается. Здесь можно увидеть, как должна ходить дверь. То есть надо сначала ее покрутить. Потом в эти пазики вставить, и она уже не движется. Ну или наоборот, вот так вот сделать, чтобы она сама не открывалась. Задвинуть эти пазы. Оп. И все, и она уже сама не откроется и не будет болтаться. Дальше поднимается и опускается грузовая платформа. И это просто офигенно. Посмотрите, там куча зубцов, и они ходят все. И можно это делать вот с такой вот рукояткой, рычагом с таким. И это просто офигенно, это клево. Это... Я не знал, что такой простой механизм может реально так круто смотреться. Представляете, просто вот так вот крутить можно вот и поднимать. Да, функционал, ну, машина такая, то есть цель этой машины — поднимать и опускать вещи, и она все это делает, все открывается, что нужно. Единственное, что движка внутри нет, так бы было вообще сумасшедше. Но, смотрите, можно даже поставить этого же робота Флэша и поднимать его. Просто офигенно. Это, ну, это уже как наборы друг с другом соотносятся, но, как мы видим, соотносятся. И это на самом деле очень прикольно. Что можно сказать про набор? Ну, есть некоторые части, которые приходится действительно обрабатывать наждачкой. То есть, допустим, вот эти трубки. Ну, это не трубки, это палочки круглые. Их приходится хорошенько обработать, чтобы погрузчик, вот эти элементы, они ходили по нему хорошо. Также очень сложный элемент именно создание вот механизма. То есть вроде ничего особенного, пара шестеренок, тут вот кружочки всякие. Но на самом деле собирать это приходится очень тонко. То есть там малейшая ошибка, и уже не будет механизм работать. То есть вы не так соедините шестеренки, не так прицепите сами эти штуки, и уже не будет работать механизм. Так что этот набор, он посложнее уже, чем просто робот. И его уже надо будет собирать, ну, более продвинутому такому конструктору. А в целом, мне он очень понравился. Да, кое-что нужно доработать, но все вложили в комплект. Клей, наждачку, все это есть. И посмотрите, внешне никаких огрехов вообще нету. Ни в деталях, нигде. То есть все аккуратно, колеса опять же красиво смотрятся. Все это из тонких деталей. То есть толщина деталей у всех вот такая вот. Во всех конструкторов, у всех вообще моделей. То есть это просто плиточки разных форм. И что выходит в итоге? Объемная модель. Меня до сих пор это поражает. Можете сказать, что это, ну, надумано, чему ты радуешься. Но меня поражает это просто. Мне это очень понравилось, что из куска фанеры сделать вот такое, это действительно клево. Стоит такой погрузчик 1150 рублей. И по размерам своим он вполне себя оправдывает. Во-первых, собирать его подольше уже уйдет больше, не знаю, часов трех. Если вы все грамотно будете именно собирать, осторожненько, ровненько, то часа 3-4 на него точно уйдет. То есть вот этот около часа, а этот уже в 3-4 раза больше. Да. Но мне все равно понравилось. Клево. Единственное, что руль не крутится и рычаг не вращается. Но это уже не то. Тут вот такой рычаг есть. Зачем нам рычаг в кабине? И то даже в кабине, смотрите, всякие штуки есть. И сиденья, и все, и там даже педали внутри имеются. Так что в плане детальности я поражен, но конструктор хороший. Ну а после уже модели техника мы увидели робота, который самый маленький, один из самых маленьких наборчиков, которые есть в этом магазине. Посмотрели на погрузчик, уже более достойную такую модель, которая более серьезная и требует такого основательного подхода. А теперь пришла пора посмотреть уже на серьезную модель. 633 детали, это вам не шутки. Здоровая, крутая штука. И это, если честно, мне интереснее всего. Да, стоят они недешево, но это очень интересно будет посмотреть. Если он действительно такой крутой будет в итоговом варианте, то денег своих он, наверное, стоит. Давайте его, в конце концов, вскроем, посмотрим. Ну, насколько я понял, коробка будет забита просто под завязку.
этими деталями. Взглянем. Ну, не под завязку, но набито все-таки. Также опять эти штуки. Это, судя по всему, гусеницы. Клея аж 3 тюбика. Немало, да. Запасные детали даже есть. Вот это очень хорошо, это очень радует. Шкурки, опять же, 3, как и в наборе с погрузчиком. И пакет, огромный пакет с кучей деталей, еще один пакет. Деталей, конечно, ну и тут еще 2 шкурки. Шкурок в итоге 5 здесь. И инструкция, посмотрим на инструкцию, она здоровая. На целый лист А4, их тут дофига. Но, в принципе, все понятно. Все доступно и хорошо показано. Главное не запутаться, что надо клеить, а что нет. Поэтому давайте его склеим, посмотрим и потом все 3 модели сравним по размерам и все такое. Да, намучился я с этим танком. Собирал я его точно не знаю сколько, несколько часов. То есть реально собирал его часов 6, а может быть даже и больше. То есть я точно не считал. Сейчас уже другой день, но танк я собрал. И получается вот такая вот махина. Он огромный. Чуваки, он просто огромный. Это потрясающая модель, и у меня нет слов просто других. Это реально клевая модель. Он с трудом влазит в кадр. То есть вот коробка от него. Вот такого он размера. Помните детали, которые мы доставали? Перемотайте чуть-чуть назад и вспомните. И вот что получилось в итоге. Опять же, те же самые простые плиточки фанерные превращаются в огромный классный танк. И он действительно похож на прототип, на свой настоящий. И тут есть, смотрите, и всякие надписи. Ну, циферки, просто надписей тут нет. И тут рисовочка небольшая, это хорошая такой тоже. То ли выжжена, то ли выпилена, но вроде просто выжжена. Но все равно клево. Куча мелких элементов здесь. Звездочки, все это есть. Все есть. Баки, даже пулемет, смотрите, небольшой есть. Маленький такой, но все равно есть. Рация погнулась немного. Надо будет хорошенько потом приклеить. И то, доклеил я его вот буквально только что. Но смотрите, какой он огромный. Он не тяжелый, потому что он фанерный, но вес в нем чувствуется. То есть, как хорошие игрушки такой. Давайте по функционалу опять же. Вращаются колеса и гусеницы. Ну, они вместе должны вращаться. И они вращаются. Ну, когда он именно на поверхности стоит, все колеса вращаются и все крутится. Причем, что офигеть, наверное, самое сложное, это собирать гусеницу. Посмотрите снизу, что это за элементы. То есть, одно звено гусеницы, это раз элемент, два элемента, три элемента. Вот этот квадратик, там такая пирамидка внутри ее, вот, можно тут увидеть. Это еще 4-й элемент. И еще соединительные детали, тоже 5-й элемент. И вот таких элементов нужно собрать, вот посмотрите сколько. Это, наверное, самый долгий и сложный момент сборки. Потому что, ну, просто много надо все слепить. И клеить нужно. Внимательно смотрите, что нужно клеить. Потому что здесь не все надо приклеивать. Вот эти элементы вообще не клеются, допустим. Они должны свободно ходить, и это позволяет гусенице двигаться. И это просто офигеть как круто. Надо посмотреть на него с разных точек зрения, чтобы понять, насколько это клево смотрится. Это действительно вот вживую это видишь и не веришь просто, что такое можно из дерева создать. Из куска фанеры. Но это очень круто. Далее, что у нас по функционалу? Вращается башня и ствол пушки. Башня. Смотрим, башня. Вращается, причем она приклеена. Ну, не стоит так ее хватать, может все-таки что-то отломится, мало ли. Ну, вряд ли отломится, но мало ли. Если плохо приклеишь, она оторвется. Ну, можно опять же потом обратно приклеить. Тоже плюс. Крутится идеально на 360 градусов спокойно. И пушка поднимается. Смотрите, как плотно элементы все состоят, но она все равно поднимается. То есть, это необычно очень смотрится. Хотя тут никакого сквозного крепежа нет. И это просто офигенно. Это, ну, необычно. Это просто именно мой восторг связан с тем, что это я не ожидал увидеть такого танка. Он действительно крутой, здоровый, классный. Просто офигенный. Хочу такой скин World of Tanks. Потому что это реально, это интересно. Ну и просто он здоровый, это клево смотрится. Это крутая модель. Поэтому
Вот такие вот три набора. Я не знаю даже, как их все поместить. Получается, у нас вот один из самых дешевых за 300 рублей. Подороже, чуть дороже 1000. И этот танк стоит 1940, ну почти 2000. И это классно. То есть, если бы мне такое подарили, я бы на сборку убил, наверное, целый вечер. Какой вечер? Пару вечеров, а то и тройку, спокойно. Я был бы только рад. Это очень интересно, в плане даже не в плане игрушки, а в плане сборки, конструкции и всего такого. Он очень классно ездит. Шум такой получается, который вряд ли получится записать на микрофон. Но он очень классно звучит, будто действительно какой-то танк, ну, такой настоящий, но уменьшенный в размерах, и шум подобный. Есть и подешевле, то есть там есть различные танки разных абсолютно размеров, разного функционала, и есть тоже за разную цену. Есть и дороже, еще больше, и мне даже страшно представить, какой он вообще по размерам. Есть дороже, но есть и дешевле. Даже, по-моему, там за 300 или 400 рублей, вот как этот робот. Есть танки, у него тоже гусеницы крутятся, пушка вертится. То есть, это, можно так сказать, именно набор такой презентабельный, так сказать. То есть, он демонстрирует, он не самый дорогой, не самый большой, но и не самый дешевый, он именно средний, показывает размеры, какие бывают в среднем у таких моделей, и возможности. И возможности, я должен сказать, офигенные просто. То есть все модели мне понравились. Мне нравится вот робот такой, потому что, ну, я люблю такой стиль, и он просто милый, и на полке будет стоять, ему можно разные позы придавать и даже на руки что-нибудь вешать. Также мне нравится погрузчик, потому что робота на него можно поставить и поподнимать. И офигенный танк. У меня достаточно друзей, которые увлекаются World of Tanks. И я им просто покажу. А у меня вот моделька. Они тоже собирают всякие модельки танков. И я им покажу, у меня тоже есть моделька, они скажут, ну и что, у меня тоже есть, я скажу, у тебя такое нет, посмотри на это, и он офигеет, я уверен, друзьям скажешь, они просто, даже взрослые мужики купят это, ну, ради интереса, и детям, наверное, купят тоже. Поэтому мне понравился конструктор Лема, спасибо магазину, который мне это прислал, happycon.ru, классный магазин, я бы хотел еще рассмотреть какие-нибудь модели. Другие, еще какой-нибудь танк, допустим, поменьше, для сравнения, вот, допустим, еще какого-нибудь робота. Ну, хотя роботы там, хотя там разные, там, знаете, такие модельки бывают очень необычные. И еще какую-нибудь машину тоже. Погрузчик классный, мне нравится, я люблю именно такие машины, которые, знаете, какие-нибудь рабочие. То есть погрузчик там какой-нибудь, бензовоз, что-нибудь еще такое. Мне нравится такая тематика, бытовая, можно сказать. Поэтому, чуваки, хотите подарить друзьям, родным, кому угодно что-то необычное и действительно интересное, подарите вот такой вот конструктор. Это серьезно, я не знал, что такое скажу в начале выпуска, но когда я вот это все держу в руках, я теперь уверен, что такое можно подарить любому абсолютно человеку, независимо от пола и возраста. Ну, на возраст надо смотреть только разве что из-за сложности. Но я уверен, даже маленькому ребенку будет интересно собрать вот такую махину, если ему показать, что в итоге получится. Это очень клево, очень интересно. Мне понравилось, я в шоке просто до того, как это клево все. Так что не буду отнимать ваше лишнее время. Вы теперь знаете, что есть аналоги конструкторов необычных, интересных и экологически чистых, что тоже радует. Они плотные, крепкие, ими можно смело играть, а в случае чего можно опять склеить. То есть вряд ли они сломаются действительно как-то непоправимо, всегда их можно будет склеить. Есть и подешевле модели, то есть такого же уровня, но подешевле. Это именно мне привезли, чтобы показать возможный ассортимент. И я очень рад. Всем советую действительно хотя бы ознакомиться вот с такими конструкторами. Поэтому, чуваки, все ссылки есть в описании, проходите, смотрите. Я от чистого сердца говорю, что мне понравилось. Это офигенно. Ну а на сегодня это все. Всем удачи и пока. За предоставленные наборы спасибо магазину happycon.ru. Конструкторы, 3D-пазлы и головоломки. Проходите по ссылке в описании, выбирайте такие же наборы или какие-то покруче. Доставка по всей России, а также в Белоруссию и Украину. Всем рекомендую.